предлагаем вновь нашим участникам принять участие на сей раз в музыкальной викторине. И здесь, Настя, вопрос тебе. Скажи, любишь ли ты мультфильмы так, как их люблю я? Обожаю мультфильмы, но еще больше люблю получать подарки. Ну, тогда тоже, я думаю, ты можешь принять участие в нашей музыкальной викторине. А мы начинаем с нашими самыми юными гостями нашего сегодняшнего концерта эту музыкальную викторину. Прозвучит отрывок из композиции, нужно отгадать, из какого мультфильма та или иная песня. Итак, мы готовы послушать наш первый музыкальный вопрос. Внимание! Спасибо. Так, ну давайте будем по справедливости с теми, кто еще у нас не получал сладких подарков. Да, скажите, откуда это? Фиксики, абсолютно верно. По традиции, после правильного ответа аплодисменты. Как зовут вас, молодой человек? Михаил, у вас шикарная майка с крокодилом. Михаил. Следующий, пожалуйста, музыкальный вопрос. Всем хватает места. Жить, дружить, летать и плыть. Так, посложнее, да? Быть с ребенком интересно. Нелегко ребенком быть. Повторять не надо дважды. Что, никто не знает? Лучше хором спеть. Детство кончится однажды. Так, ну вот есть вроде как не очень уверенная рука. Так, скажите, пожалуйста, название мультфильма. Ну, давайте предположим, что это «Барбарики». Ну вот, может быть, это песня из этого мультфильма? Да, ну, скажите, что это песня из мультфильма «Барбарики», абсолютно верно. Блестяще, сам, практически сам. Да, «Барбоскин» мне подсказывают. Вы хотели сказать «Барбоскин» наверняка. Как хотел, блестяще. Так. От мультфильмы, от времена вот нравы. Так, давайте следующий музыкальный вопрос. Я думаю, будет чуть полегче и будет много рук. Уже есть рука. Уже есть рука. Синие брюки, красная кепка с надписью «Я даже не прочитаю». Еще надпись на ботинках. Как зовут вас? Анастасия. Откуда эта песня? Из «Маши и Медведя». Ну, это точно 100%. Мария, сладкий приз для вас. Пожалуйста. Следующий музыкальный вопрос, пожалуйста. Так, ну давайте вот будем так двигаться против часовой стрелки. Пройдем сейчас вот сюда. Вот. Ой, пытаюсь разглядеть, что нарисовано у вас на футболке, но никак не могу. Это что у вас? Туфли. Как зовут вас? Варя, скажите, пожалуйста, откуда прозвучала песня сейчас? Из какого мультфильма? Из «Щенячьего патруля». Блестящий, это правильный ответ. Пожалуйста, получайте заслуженный сладкий приз. Так, давайте еще парочку послушаем. Сейчас играем вот с этой стороны. Давайте, смотрю внимательно сюда. Итак. Нет. Но иногда я люблю закрыть глаза и мечтать о том, что будет, когда придет. Спасибо. Так. Вот у нас здесь есть рука. Это просто... Эльза, вы знаете, я думаю, холодное сердце, да? Вы знаете, мне кажется, за внешний вид только можно вручить все подарки мира. Как зовут вас, скажите? Как зовут вас? Есения, с ума сойти, с ума сойти. Вот эти аплодисменты, Есения, для вас. Будущая звезда не меньше. Ну, давайте финальный. Вот сейчас кто первый поднимет, тому отдаем подарок. Итак, наша последняя музыкальная загадка. Внимание! Так, ну вот здесь вот. Вот здесь вот мне понравилось. Очень так эмоционально отреагировали. Да, у вас ваши шикарные очки. Блестящие. Черепаха и львенок. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Как зовут вас, скажите, пожалуйста? Ева. Блестящая. Так, у нас вот здесь вот есть, по-моему, тоже человек, который отгадался. Раз. Как зовут вас? Лера.
Вера, блестяще. Давайте Вере тоже дадим сладкий приз. Это прям вот от меня. Вера, пойдемте к нам. Вот. Аплодисменты, аплодисменты, друзья. Анастасия, скажите, пожалуйста, коллега, что у нас с вами дальше по сценарию? У нас дальше выступает коллектив. Да что вы, с вашего позволения я его объявлю тогда? Конечно. Итак, дорогие друзья, на сцене хореографический коллектив «Импульс», руководитель Валентина Макарова, город Оренбург, и мы встречаем дружными аплодисментами.